Привіт, друзі! Це абзац. Діоксини накрили столицю. Чи можна зараз купувати овочі та фрукти з городів селян? Провокації в Харкові. Хто влаштував студентам різанину? Ми розпочинаємо. Сьогодні в програмі жахливі наслідки пожежі на нафтосховищі. Як вберегтись від забруднених хімічними викидами продуктів та розпізнати на ринку канцерогенні огірки? Які креми дійсно захистять вашу шкіру від сонячних опіків та ризику меланоми? Це жінки, які в свої 20 років виглядять на 60. Пекельний експеримент абзацу. На українських дорогах тепер можна спати. Водіїв та їхні авто від ям врятує нове ноу-хау. Київавтодор обіцяє новенький, ідеальний асфальт до кінця листопада. Абзац вже тішився з того, як в столиці вирішують дорожні проблеми. От і в одному з районів яму в асфальті зафарбували зеброю. Але це не останнє ноу-хау. Так, дійсно, друзі, вигадливий наш Артем Шолковий провів свій оригінальний експеримент. Як от за допомогою ось такого, як ви бачите, матраца, залатати коцюрбаті дороги. І чи подобається водіям нове таке от м'якеньке покриття. Абзац у Києві. Дивимося, друзі. Матрацами кладуть вулиці. А это в целях экономии, в каких целях? Видели? В Киев-Автодоре вообще не понимают, зачем я привез им этот матрас и как он может спасти столичные дороги. А вот как! Всего несколько дней назад я увидел в соцсетях вот это чудное фото и заголовок «Решили залатать яму матрасом». Это не фотошоп. Так, жители близлежащего дома решили отремонтировать яму во дворе. Матрас пролежал там какое-то время, потом его унесли. А яму тайно, плотненько засыпали щебенкой, сбитыми стеклами и мусором вперемешку. Кто это сделал? Люди, коммунальщики или сам Автодор пока остается загадкой. Но после такого апгрейда люди даже стали скучать по старому доброму матрасу. Мы можем с вами провести тест-драйв, проехать. Я не буду ребенка трусить. Может, стоит ямы закладывать именно матрасами? Наверное, так будет удобнее всем. Я понял. Спасибо большое. Вот то самое место, где еще несколько дней тому красовался красавец-матрас. Мягкий, ватненький. Между прочим, вон он лежит. Идемте посмотрим, потрогаем. Вот он, герой автодорог. Вот пружинки здесь были. За счет этого, наверное, и хорошо подвесочка срабатывала. Не на грубой щебенке, а благодаря матрасу подвесочка хорошо отрабатывала. Учитывая восторженные отзывы пользователей о том, что по матрасу ездить удобней, попробуем эти камни все-таки выкопать и провести тест-драйв. Да уж, здесь копать и копать. Местные автомобилисты уже вон как добротно утрамбовали в эту яму щебень. Доброе утро. Где матрас? Во, видите? Люди скучают по матрасу. Фух, яма готова. Можно смело класть наш дорожный гаджет. Конечно, мой купленный матрас тому проигрывает, потому как он всего лишь навсего ватный, без пружин, но все же стоит попробовать. О! Тест-драйв объявляется открытым. Матрас или щебень? Сейчас узнаем. А вот и первые участники моего смелого эксперимента. Ребятки, ну как? Что больше по душе, щебень или наш мягенький? Мне важно понять ваши ощущения. Вот лучше матрас или щебень? Здесь же матрас лежал. Матрас лучше. Честно, матрас круче. Вы это слышали? Матрас водителю реально понравился. И не ему одному. Ну что, как ощущения? Отлично, пружинит. Мягенько. Ну а если серьезно, вот вы в курсе, вы здесь часто ездите? Часто. Эту яму помните? Что такое? Что за проблема? Яма стоила мне гривен 300 зимой, потому что попал сюда, не было видно. Боковой порез шины. А потом лежал отличный большой матрас. Сейчас засыпали щебнем, положили маленький матрасик. Ну, тоже удобненько, конечно. Вам лучше на чем лучше ездить? Лучше по щебню. Лучше по щебню? Конечно. Чем матрас? Согласен. Лучше асфальт. Мягенько.
Мягенько. Да, приятно, мягенько. Так и хорошо. Хорошо. Как вы думаете, ямы стоит латать в Украине матрасами? Ну, если нет других вариантов, хотя бы так, а что ж делать? То есть уже и на это согласны? Обязательно. И хотя бы так. Потому что все-таки мягче ездить становится. Матрас в яме так полюбился местным жителям, что даже пешеходы и водители, которые сейчас не на колесах, горячо отзываются о полосатом товарище. Просто это вообще была яма, то есть заезжаешь, так колесо вместе с бампером просто в яму попадает. И все. Глубоко было? Глубоко, что аж царапает бампер. Так может Киев-Автодору действительно прислушаться и раз в стране дефицит с асфальтом, закупить матрасы? Чебурашка, Гена, Ослик, Винни! Пришла пора отдохнуть, прибережем вас, потому как мы еще поедем в Автодор. Ну а это мы, конечно, сейчас быстренько заделаем. Идея, конечно, ноу-хау, но придется ли господам дорожникам моя матрасная реанимация по душе? Новые технологии принесли, матрасные. Вот хотели бы их презентовать. Это реально пообщаться? А кто вместо Александра Александровича может услышать наше гениальное бизнес-предложение? Увидев в моих руках матрас, там, мягко говоря, удивились, да и прокомментировать этот вопрос никак не смогли. Во-первых, все руководство на объектах работают, во-вторых, эта часть дороги – придомовая территория, а значит, Киев-Автодор за все эти матрасные перформансы ответственности не несет. Это продомовая территория. Да, там были ЖЭК, там был кооперативный дом. Подъезд к этому дому, это кооператив. Они там положили матрасы, они для себя. Это их территория. Ну, а мы здесь при чем? Ясно. И на том спасибо. ЖЭК значит ЖЭК. Узнаю у них, кто же был этим матрасным спасителем дорог и как эта идея пришла в его светлую голову. Якщо йде мова про фото з нашумівшим матрасом, да, то мова йде про частину будинку ОСББ. Тобто цей будинок складається із двох частин. По тих будинках, які ми обслуговуємо, таких ситуацій в нас немає. Тобто, ну, є різні ситуації. Ми намагаємося якось хоч тимчасово цю проблему вирішувати, і в мене ще в практиці не було такого, щоб ми матрасом латали дірки. Все дороги ведут в ОСМД, к некой Татьяне Владимировне. Это она нашла нетривиальный способ спасения бамперов от дыр, а шин от порезов. Попробуем воспользоваться телефоном. Но все-таки хочется разгадать загадку этого матраса. Откуда он взялся? Как он тут очутился? Поэтому... Татьяна Владимировна, отвечай, миленькая. Набранный номер не обслуговується. This number is not in service. Мне кажется, что мы приступаем к следующей части нашего сюжета. Это будет вторая часть. Поиск скандально неизвестной Татьяны Владимировны. До встречи. Друзья, давайте же подведем итоги. Матрас – это, конечно же, не асфальт. Но согласитесь, лучше, чем дыра и побитая тачка. А креативно-то как? Вон, посмотрите, наш матрасик уже американцы в Фейсбуке постят. У них там такого нет, пусть завидуют. Так что, если в дорожные службы и коммунальные предприятия окончательно придет кризис, мы с вами знаем, как вылечить дороги от разрухи. Матрасик вам в помощь. А что, водителям же нравится? Отлично пружинит. Мягенько. Матрас круче. Друзі, не переймайтеся, жоден матрас під час зйомок не постраждав. Друзі, ну а якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац просто зобов'язаний порушити, пишіть нам на адресу abzats@ukrnet. Бал під обстрілами. Сьогодні свято випускників, сьогодні будуть танці. На головному майдані Донецьку відбудеться концерт зірок, ну, звісно ж, російської естради. Але чому колишні школярі не поспішають на бал і де планують далі вчитися? Донецьк очима мирного жителя. Це центральна площадь Донецька, площадь Леніна. Здесь сьогодні намічається грандіозний праздник, перший республіканський випускний бал. Готова сцена. Здесь должны быть знаменитые российские исполнители. И по идее должно быть очень много выпускников, но пока что никого нет. Праздник начнется через час-полтора, наверное. Готовы ларечки с символикой, с продуктами, мороженым. Фонтан тоже готов к приему слегка выпивших школьников. Водичка теплая, я проверял. Сейчас в данный момент вот в этом театре
происходит награждение медалистов золотыми и серебряными медалями выпускников. А почему вы не в театре? Вы же, я смотрю, медалист. А, пишем кафе к друзьям. А вы не остаетесь на праздник, который будет здесь? Я с классом отвечаю. А, у вас будет классный выпускной, да? Да. А скажите, куда вы собираетесь потом учиться идти? Донецкий национальный. А, здесь, в Донецке, да? То есть вам не нужно ни ЗНО сдавать, ничего, да, не подтверждать? Нет. Вам полегче, да, чем остальным? А есть ваши, у вас друзья, которые собираются там в Москву или в Украину учиться? Я одна есть. И она, как она будет? Да, сдала. А, сдала в Украине за него? Да. А, я понял вас. Спасибо. Вот девушка тоже медалистка. Тоже почему-то ушла из театра. Можно я вам помешаю немножко фотографироваться? Скажите, а почему вы сейчас не внутри? Я смотрю, у вас медалька золотая, да? У нас свой выпускной опаздывает. А, у вас свой выпускной. А вы здесь на площади не будете оставаться? Почему? Ну, свой хочется отразить. Своя туса, да? Города. Своя туса у вас будет, я понял. А скажите, вы куда потом учиться идете? Национальный. Здесь, в Донецке? Да. И вам не нужно ни ЗНО сдавать, ничего? Вот, получили аттестат ДНР и вперед, да? Да. Повезло вам, спасибо. Удачи вам. Удачно отгулять. Спасибо. В українській лікарні вже звернулися перші жертви сонячних опіків. А все тому, що треба без фанатизму. Дозовано вживати спекотних ванн і ретельно захищати шкіру, от як наша Іра Волкова. Як засмагати, аби з дівчинки не перетворитися на бабцю? Що ефективніше, дорогий сонцезахисний крем чи оливкова олія, приміром? І як набути шоколадної, а не бердянської засмаги з 50 відтінками сірого? Наша смаглява Аня Олицька провела гарячий експеримент. Сліди сонця на шкірі жінок оцінювали відомі красені. Це не ти? Ні, це Шабанов. А шкода. Дивімося, хто ж переміг. Смотрите прямо сейчас. Эксперимент с горячей прожаркой. Я считаю, что это как бы отличный бердянский загар. Какую опасность таит в себе летнее солнце 2015? Рак кожи стимулируется солнцем. Как правильно выбирать защитный крем? От каких кожа сгорает, а от каких покроется сыпью? Есть раздражение в виде таких небольших гнойничковых высыпаний. И почему после удачного загара можно потерять несколько лет жизни? Это женщина, которая в свои 20 лет выглядит на 60. Как видите, я уже шикарно загорела. 10 дней интенсивной турецкой прожарки, и я самая заметная фигура хоть на пляже, хоть в Верховной Раде. И вдруг на меня обрушивается это... 60-летний дальнобойщик. Сидя за рулем, он регулярно подставлял солнцу левую часть лица. И она стала на 20 лет старее, чем правая. А угадайте, сколько лет вот этой фанатке загара? Ей лишь 44. Сравните с никогда не загорающей актрисой Тильдой Суинтон, которой на 10 лет больше. А до чего дозагоралась я? Проверим на спецаппаратуре. Очень дегидратирована. Сухая? Да. Лицо больше всего пострадало. Вы слышали? Не загорела, а пострадала. Я была шокирована, увидев, как выгляжу в ультрафиолетовом свете. Неужели у меня столько веснушек? Когда подобный эксперимент проделали с девчонками на улице, многие чуть не плакали. Пока эти полчища веснушек незаметны невооруженным взглядом. Но с каждым солнечным днем они будут проявляться все ярче и обильней. А можно дозагораться до меланомы, до онкологии. А когда появилось вот это пятнышко круглое на правой щеке? Меня всегда беспокоило это пятнышко, потому что оно вот возникло после одного сгорания на солнце. Называется это солнечная лентига. Это доброкачественное образование, которое возникает под воздействием ультрафиолета. И со временем оно может, во-первых, увеличиваться, а во-вторых, оно может расти вверх и становиться шероховатым, и его не так-то просто убрать. Дерматолог меня добила. Оказывается, не мимика, не гены, не плохая экология, а именно солнце – главный виновник появления морщин. Очень много у нас работ с серфингистками. С ними сделать вообще ничего невозможно. Это женщины, которые в свои 20 лет выглядят на 60.
Но спасение от этих ужасов нам обещают спецсредства с солнцезащитным фактором, так называемым SPF, поглощающим ультрафиолетовые лучи. В магазинах они встречаются двух типов. Первые – в ярко-оранжевых тюбиках должны защищать от солнца, а вторые – в коричневых или золотистых, наоборот, усилить и ускорить загар. Степень защиты варьируется от 6 до 100%. Какую же выбрать? Конечно же, не меньше 30 для лета. Нужно всегда смотреть, чтобы в креме было УВА, это ультрафиолет А, и УВБ защита. Иногда бывает только УВА, этого недостаточно. И всегда мы смотрим в составе, ищем диоксид титана и оксид цинка. Это важные физические фильтры, они самые лучшие. Загореть может кожа под таким кремом или она вообще не загорает? Если вы наносите его постоянно, она не загорает. А вот это мы сейчас проверим. Начинаем большой солнечный эксперимент. Будем загорать с разными средствами. Для загара и от загара. Народными и профессиональными, дорогими и дешевыми. Сравним и выясним, что на самом деле эффективно. А помогут мне секси-цыпочки из отечественного шоу-бизнеса. Рената Штифель, группа Бигуди и поющие близняшки Анна-Мария. Сначала мы проверим их кожу на пигментацию и увлажненность. Линия в очень хорошее состояние. Пока что все очень хорошо, вот аппарат показывает, что вы очень здоровая. Оказалось, абсолютно у всех еще не успевших позагорать в этом сезоне красоток, кожа в отличном состоянии. Но как ее не испортить? Мы рекомендуем загорать в определенные часы. С 9 до 12 и после 16:00. Находиться под зонтиком, под в тени деревьев и так далее. Это был бы идеальный загар. Каждые 2 часа солнцезащиту необходимо обновлять. Вы, по крайней мере, можете наносить на те участки, которые у вас склонны к пигментации. Uh-huh. Скулы, лоб. Особенно, если девушка беременна в этот период, или она, например, кормит, или принимает какие-то препараты гормональные. Наконец, мы на пляже. Близнецы готовы исполнить требования дерматолога. Они используют солнцезащитные средства с оптимальным SPF-фактором 30. Но у Анны дорогой итальянский крем за 400 гривен, а у Маши бюджетный украинский аналог за 60 гривен. Разница пока не чувствуется. Блондинка Алина юзает средство не от, а для усиления загара в коричневой бутылочке. SPF всего 15, а цена 110 гривен. А самая опасная миссия у моей подруги, королевы университета, Алины Брюнетки. Она будет загорать вообще без никакой защиты. Скоро мы это выясним. А пока девчонки загорают, добро пожаловать в клуб суперзвезд с апельсиновым загаром. Оранжевенькие, Валентино, пятнистая Линдси Лохан, копченая Кристинка Агилера – все они жертвы коварного автозагара. И наша эпатажная Лиля Киш тоже испытала его эффект на себе. Так, демонстрирую, Валя. Ты знаешь, вчера на ночь как раз намазалась автозагаром, и вот такой вот результат, практически как твой турецкий. По интенсивности, да, он похож, но что касается оттенка, он совершенно разный. У тебя более такой оранжевый, у меня коричневый. Автозагар – это фактически краска для кожи, поэтому главная проблема – толково его нанести. Потом обязательно нужно помыть ладошку. Потому что она будет коричневой. Мыла руки, и мне немножко капнуло. Вот видишь, такие небольшие пятна. Это просто от воды. Скоро проверим, так ли безопасен автозагар, как обещает его реклама. А мои курочки на раскаленном пляже уже точно в опасности. Мы уже поджарились. Очень жарко. Мне кажется, что кожа покраснеет. Сильно печет. Просканировав пляж, я поняла. Чем моложе загорающий, тем беспечней. Чем вы предохраняете? Сегодня ничем. Абсолютно. Абсолютно. То есть вы доверяете солнцу? Сегодня на все 100. Да. Зато у девушек постарше максимальная затарка. Минимум 3 тюбика юзают. Мы бережем свою кожу. Но взоры всего пляжа устремлены на нашу Ренату. Посмотрите, как взялся ее загар. Народный рецепт – натуральное оливковое масло. В кулинарии оно считается самым безопасным для жарки, потому что, в отличие от того же подсолнечного, не выделяет при нагревании канцерогенов. Цена за 200 грамм – около 40 гривен. Так что это еще и самый дешевый вариант. Но как насчет защиты?
А ведь мои цыпочки жарятся уже целых 2 часа. Полдень, солнце самое агрессивное, и мы останавливаем эксперимент, чтобы встретиться следующим утром. Сейчас увидим, как проявился загар, оправдал ли себя дорогущий итальянский SPF, какое средство сожгло кожу, какое вызвало сыпь и какое покорило мужчин. Сразу видно, что нормальный монакский загар. В нашем жюри прожженнейшие ценители загара. От главреда Playboy до одессита Шабанова. Я считаю, что это как бы отличный бердянский загар. Они должны определить самую оптимальную сексуальную прожарку. Начнем с близняшек. Напомню, Маша в голубом бикини пользовалась дорогим итальянским средством за 400 гривен. Аня в кофейном – бюджетным отечественным протектором за 60 гривен. Фактор защиты у обеих одинаковый – SPF 30. И смотрите, цвет загара практически неотличим. Но мужчины узрели разницу. А мне кажется, что у Марии загар лучше. Так я же говорю. А что скажет дерматолог? Ну ничего себе, в декольте у Ани неприятный сюрприз. Небольшие подсыпания, раздражение на коже, да, которые действительно, прям вот как бы... да, могли бы тоже быть связаны с тем, что в состав крема входят какие-то вещества местно раздражающего характера, либо комедогенные, то есть более дешевая основа у крема. Кроме того, с дешевым кремом кожа стала суше, но оба крема честно защитили лица близняшек от пигментации. Так что если вы склонны к солнечным ожогам, у вас на теле много родинок и пигментных пятен, вы беременны или принимаете гормоны, берите SPF не меньше 30. Алина, которая загорала без никаких спецсредств, чуть не сошла с дистанции. Обильное поражение кожи, там и ноги красные, и руки. Судя по цвету, как бы не совсем хорошо все прошло. Вы знаете, я так подгорела. Все, когда мы снимали, мне было так весело. Мне казалось, что я такая загорела, круче всех мне. А пришла домой, она так чесалась, сметаной даже мазалась, представляете? А вот это зря. При обгаре лучше спасать кожу легкими аптечными противовоспалительными пенками и гелями. А вот жирные текстуры противопоказаны. Наоборот, жирный крем и большая прослойка оказывает термический эффект, то есть кожа под ними еще больше воспаляется, если толстым слоем надо. А я всегда так делала. И я так делала. И вот последствия. Даже раздражение какое-то пошло. Видит таких небольших гнойничковых высыпаний. Но заменив жирный крем на легкий, Алина быстро реабилитировалась и покорила наши жюри. Хороший, он такой экологичный, очень красиво смотрится на... Здоровый, давайте, да, без ГМО. Скажем так, если бы загар был бы еще более интенсивнее, оно вообще было бы на десяточку. Зато Лиле, которая вообще не ходила на пляж, а пользовалась автозагаром, не грозят ни пигментация, ни свежеиспеченные морщины. Ее кожа оказалась идеально увлажненной. Очень здорово. Но учуют ли наши мужчины, что загар не натуральный? Я вижу, что загар такой интенсивный, и я думаю, что тут не один день загара было, да? Я думаю, что это по солярий. Я за натуральный загар. Я думаю, что это не натуральный. Я бы по 10-бальной системе поставил бы 9. А почему не сработало средство для усиления загара, которым пользовалась Алина? Я считаю, что Алина недозагорела. Ее масло от популярного европейского бренда с SPF 15 вдвое дороже украинского бюджетного крема с SPF 30. А толку-то? Он неравномерный. Мне кажется, что коленки лучше загорели, чем все остальное. Разгадка нашлась в составе. Это не активатор загара. Это просто 15% защита. Не особо усиливает загар и не особо защищает. Собственно, что его отличает от кремов солнцезащитных? То, что основа сама масла, она меньше солнцезащитная, больше, там, может быть, увлажняющая и больше даже, может быть, чуть-чуть притягивает ультрафиолет. Настоящие активаторы загара можно встретить в соляриях. Они содержат раздражающие кожу вещества типа красного перца, усиливающие кровообращение и ускоряющие загар. Или ожог. Поэтому на пляже с ними загорать вдвое опасней. А теперь посмотрите на Ренату. Ее загар проявился ярче всех. С оливковым маслом она не только сэкономила, но и не сгорела. Кожа почти не потеряла влагу. Правда, от пигментации не защитилась. На носу, на самых выступающих участках немножечко усилилась пигментация на лбу. Но наши мужчины не стали зацикливаться на зоне лба. Я считаю, что очень хорошо. Моя бабушка, когда загорала, вот, в трибусовке,
Оно всегда мазалось нормальным подсолнечным маслом. Однако Шабанову потребовались дополнительные клинические тесты. Андрей, она с парнем пришла. Андрей, держи себя в руках. Итак, по результатам тактильного исследования... Я считаю, что вот этот загар идеальный. А как насчет меня? Вот я считаю, что это идеальная прожарка, это medium rare. Very, very well. Very. Но тут можно твердую десяточку поставить. А теперь жюри расставляет нас по степени шоколадности. И смотрите, мужчины безошибочно определили эффективность всех загарных средств по оттенку наших тел. Самая большая защита была у Анны Марии, у девчонок. Естественно, они загорели меньше всех. Но я загорала за границей, конечно, это было большое количество дней. Итак, самый бледный загар от дорогого итальянского крема с SPF 30 за 400 гривен. Чуть сильнее пропустил солнце дешевый крем 30 за 60 гривен. А обещающий усилить загар европейский масс-маркет за 110 гривен символическим SPF 15 нас обманул. Эффект от него даже меньше, чем от загара без всяких спецсредств. По-настоящему усилило загар оливковое масло. По интенсиву оно уделало даже Лилин Люкс автозагар за 1000 гривен. Но, как видите, по оттенку он радикально отличается от натуральной прожарки. Цвета золотого батона. Так какой же загар мужчины сочтут самым привлекательным и сексуальным? Дорогой или дешевый? Натуральный или нарисованный? Жюри уже готово объявить победительницу. Третье место у нас Лиля. Второе место, друзья, это Алина в синем купальнике, потому что загар самый природный, без ничего, то есть без ГМО, да. Первое место, это, конечно, наша ведущая. Как видим, бледненький, но самый здоровый и безопасный загар с мощными протекторами нашим парням не по вкусу. Но это, конечно, не повод напрочь отказаться от SPF-а. Спасибо дядьке-дальнобойщику и копченой Чикси, которые навсегда убедили меня в этом. Ну а зараз до наших нерайдушных буднів. Поножовщина в Харкові. 40 невідомих молодиків в балаклавах напали на іноземних студентів. 9 з них доправили до лікарень. Хто і навіщо влаштував це масове побиття, знає наша стурбована Катя Морозова. Абзац у Харкові. Якщо вони хочуть воювати, пусть вони в Донецьк їжджать, воюють там. Нет слов, понимаете, нет слов. Под больницей скорой помощи толпы студентов из Иордании. Внутри в реанимации их товарищи. Ночью в больницу скорой помощи обратилось 9 человек. Иностранные граждане пострадали больше других. Трое из них прооперировано. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии. И двое в тяжелом состоянии. Они останутся, наверное, инвалидом на всю жизнь. Что, их порезали? У одного нож в голове, у другого шею прорезали. Я в ужасе. Все произошло дико, страшно, невообразимо. Эта улица в Харькове буквально напичкана студенческими общежитиями. И даже поздно вечером здесь всегда полно народа. Свидетели говорят, накануне около полуночи, как из-под земли, появились 40 молодчиков в балаклавах с ножами и палками. Били всех, кто попадался на их пути. Слышал крики и сразу посмотрел в окно. Толпа пробежала буквально за 2 минуты. Он разнесла машину, тут покалечила 2 людей. А милиция скоро приехала? Минут через 30, не знаю, где-то так. Язан был на улице, ему удалось укрыться в общежитии. А этот парень просит не показывать его лица. Убежать не успел. У него травма головы и ножевое ранение. Ситуация не позволяла вообще среагировать как-то адекватно, вовремя. То есть, опять же, какое-то количество людей в масках, да, очень быстро появились, они бежали целенаправленно там, на людей. Вооруженные люди в масках полчаса избивали людей. Всех, кто попадался им на этой улице. Но что самое возмутительное, за все это время милиция так и не появилась. Зато сегодня их здесь полно. Правда, разговаривать не хотят. Этот район, это буквально одна станция метро от центра. И почему здесь не было патрулей, мне непонятно.
Ближе к обеду в руководстве харьковской милиции отчитались: уже сегодня задержаны 5 нападавших. Все харьковчане до 22 лет. Есть патрули, но опять же это вечернее время. Патрули приехали, еще раз вам говорю, после звонков начали съезжаться патрули через 5 минут. Но это буквально уже проходило 15 минут после самих происшествий. Это было однозначно организовано, да, это я могу сказать с уверенностью, тут скрывать нечего, они собрались, это своеобразный, наверное, флешмоб какой-то был. Ничего себе флешмоб! 40 человек режут всех подряд, а мотивы так и не ясны. В студгородке склоняются к версии межнациональной вражды. Не знаю. Або вчера тоже так было. Такое происходит у нас часто. Я как раз в это время стоял на 5 этаже возле окна, и парень пробежал без футболки, очень быстро пробежал в переулок. Ну и за ним побежал человек 6-7 точно иностранцев. Они были такие агрессивно настроены, кидали там в... Я не знаю, кажется, в щит какой-то кинули камень. Один был настолько злой, он там бегал с палкой, он ее разломал, вот так, короче, переломал через колено. И я не знаю вообще, как он, что они собирались делать. Просто, наверное, теперь дома сидеть, никуда не уходить. В милиции начали уголовное производство по 3 статьям: хулиганство, разбойное нападение и покушение на убийство. Основную массу нападавших еще ищут, а на улицах города усиленный режим патрулирования. Смертельний дим. І дня не минає, щоб без полум'я. Слава Богу, нафтобазу в Крячках нарешті потушили. Але на Київщині горять торфовища. Сьогодні в столиці палав Труханів острів. В Броварах загорівся завод з виробництва пенопласту. Ну, такої кількості масштабних пожеж на Київщині ще не було. Що це? Диверсія чи недбальство? Через пожежі рівень шкідливих речовин в повітрі в столиці перевищує норму у 4 рази. Як небезпечний дим отруює людей? І чи можна тепер купувати домашню суницю та огірки? З'ясували наші занепокоєні Іра Патькун та Сашко Джусупов. Абзац на Київщині. Дивіться. Черный, едкий дым и невыносимый токсичный смрад. Так под Киевом горит пластмассовая свалка. Пожарные третью неделю пытаются затушить полиэтиленовый мусор, но тщетно. Вот в том месте как раз только что появилась очередная вспышка. Ребята быстро отреагировали и потушили. Вот вспышку локализовали, едем дальше. Бороться со стихией. Вот, нет, горит же, смотрите. Вот, горит. Слушайте, через каждый метр. Ну, вот такие огневые точки почти по всей площади этой мусорной свалки. Страшно же вот. Трактор рассветил 5 головы. Ребята говорят, вот так каждый день сюда приезжают, дежурят и периодически тушат пожар, который то появляется, то тухнет. Ну вот прямо сейчас мы являемся свидетелями этого постоянного процесса, нескончаемого для наших пожарных. Лариса 2 года присматривает за этой свалкой и предполагает, что это кто-то спецом напакостил. Я приехал, свалку не буду. У нас же тут люди работают, бутылки собирают, у них товары. Товар украли, свалку. Ядовитый дым от свалки расходится далеко за ее пределы. Село Коржи всего в 2 километрах. И люди нахватались здесь уже по полной. Аллергия пішла. У всіх дуже болить горло. Я вам чесно говорю, я лично на собі це іспитала. У всіх горло, у всіх забиті носи йдуть. І дуже зараз почався вже кашель. Ми, вже той, і дітей багато, що хворіють. І я думала, що це від світу. А як наскільки ми тепер як вже... Аллергія. Да, що ми не можемо зрозуміти, чого. Хоча я ніколи алергією не страдала. Я не алергетик, я нічого. А чого, я вам чесно говорю, це я лічу сама, що і кашляю досі. Я чула, наскільки, що багато, теж дітей багато. Як почуєш, що наче проводкою десь. Обійдеш хату, подивишся, наче все нормально. Виходиш на вулицю, оцей сморід стоїть. Не видно, взагалі було дороги їхати. Темно, страшне діло. Дихати. Закривав діти кашлю, закривав вікна в машині, щоб... Тому дуло все сюди, в населені пункти, так? Все сюди, все. Ранком стаєш, так не то, що дихати, але страшне. Раніше такого не було, так? Тобто це вперше. Прокуратура займається. Справа в тому, що санепідемстанція взяла проби, вони жахливі. І справи передані в прокуратуру. І ми теж звернулися в прокуратуру, в екологічну, в департамент екології, про те, щоб... Не те, що припинили, взагалі
що за це потрібно нести відповідальність. Напомню, при горении пластиковых бутылок и пакетов и всяких резиновых тапочек в воздух испаряются очень опасные диоксины. При попадании в организм человека они могут изменить ДНК и спровоцировать онкологию. Какие последствия могут возникнуть для здоровья? Перевищення окислу в 1,34 раза, аммиак в 12,5 раз, сільководню в 6,4 раза. Это существенные изменения? Это надзвичайно велике. Генетичні яд родяться діти каліки. Это в результате возгорания, да, вот такие элементы начали проявляться? Да. И это всем этим дышит, получается, вот местные жители, да, вот куди все ветер, окружающие населенные пункты. Куди ветер, это население этой гадостью, обращайте на слово, и дыхает. Жители села в шоке. Кто же их травит уже третью неделю подряд? И кто за это ответит? Оказывается, совсем недавно у земли для мусора появились новые владельцы. Наше коммунальное предприятие приехало десь в середині травня, і коли вони туди повезли сміття, їм там дали договір розірвання на вивезення сміття. Так, і сказали, що тут інші власники. Коли ми подивились, ми про це, як сільська рада, нічого не знали. Сейчас владельцы свалки якобы за границей, і активного участия в ліквідації токсичного пожара они не принимают, а должны бы. Но лично меня очень беспокоит, смогут ли дальше селяне после таких токсичных испарений есть с огородов свои ягоды и овощи, и как им дальше здесь жить. Я беру пару образцов для анализа в лабораторию. Саша, я нахожу себе крячки. Как раз сейчас уезжают пожарные. Ровно 4 дня назад здесь рванула нефтебаза. Страшный столб дыма, пожар. Сегодня всего этого уже нету. Но до сих пор так и неизвестно, какие яды попали в воздух из-за масштабного нефтевозгорания. Сегодня мне немного пришлось изменить свой дресс-код. Это, конечно, все с целью безопасности. Дело в том, что мой коллега Макс Узал, который с первых дней был здесь и снимал сюжеты про аварию на нефтебазе, сейчас лежит на больничной койке. Одразу почала болеть голова, вот, знаешь, наче хтось вот сдавливает ее. Горло першило і одразу сів голос. Думаю, о, почалось. Я ж без респіратора там в основному ходив. Ровно 2 дні назад Максим був в гостях у Віктора. Тогда хазяїн жалувався, що весь огород испачкан сажей. Ще тогда мене заінтересувало, так можна или нельзя їсти продукти з грядок вблизи пылающей нефтебази. Сегодня я приехала сюда взять немного образцов с огорода, чтобы проверить, есть ли на них яды. Ну что, я соберу тогда, да? Немножко. Да, много брать не буду, может, не переживайте. Можете полный набрать. Да? Немного там не надо. Вдруг хорошее окажется. С одной стороны обычные грядки, а с другой стороны страшно. Кто его знает, что там поседало вместе с сажей? Собираю, собираю, как тут чуть дар речи не потеряла. Кушайте. Да. Да? Ну что, вкус не горчит? Хозяин прямо у меня на глазах съел ягоду, даже не помыв ее. Говорит, по привычке, 20 лет ел с огорода, а теперь что, нельзя? А то, что ваш человек з'їв только шоколадничку, будете его лаять? Боже мій, что ты зробив? Таисия Михайловна говорит, что если вдруг, не дай Боже, окажется, что урожай не годен, им светит только голодовка. Эти 40 соток – все их хозяйство. Есть еще, правда, кроли. Сейчас хозяйка держит их на диете, кормит прошлогодними буряками из подвала, лишь бы траву с сажей не ели. В общем, набрала я всего понемногу. Лук с грядки, молодой укропчик, пару редисок. Еще нам господари предложили огурок один. Он, конечно, из теплицы, но проверим на всякий пожарный. Вот это то, что на нас попало. И больше нет. Разумеете? Со всем этим овощным комплектом приехала первым делом к врачу. Я в отношении крячек хочу сразу сказать, что в течение вот этих 4 дней токсические вещества, которые попали в почву, всосаться и попасть в растения, не успели. Тщательно вымыть. И никакой проблемы в этом нет. Серьезно? Позже, возможно, будет. А проблема – это значит, что от кислоты может сгореть урожай. Кислотные дожди, они не повредят уже готовые плоды. Они повредят посевы. А пока дождь не пошел, врач рекомендует всем, кто живет вблизи недавних пожаров, очень внимательно отнестись, во-первых, к своему гардеробу. Обязательно маска, либо респиратор, либо вот такой лепесточек. Они совершенно дешевые, они продаются в любом строительном магазине. А во-вторых, очень важно освоить правильные навыки употребления овощей. Они сейчас ой как актуальны. Шпинат. Режете на салат. Хочется листик начинать резать вот отсюда. Нет, листик нужно обрывать. Вот здесь содержится меньше всего вредных веществ. Для того, чтобы избавить огурчик от нитрата, вы срезаете обе попки, и переднюю, и заднюю попку, и на полчаса, час
положить его в холодную водичку. Можно туда добавить немножечко уксуса. Врач рекомендует проделать то же самое и с клубникой. Но мне все-таки интересно, изменился ли химический состав всех этих даров садов после усиленной дымовой атаки. Весь собранный сегодня урожай мы с Сашей решили отвезти в лабораторию. Я тебе вот приготовила точек. Ага, так. Это вот мои крячки, смотри, Саш, не кушай ни в коем умница. Случае. Положи. Ягодки туда ссыпай, чтобы ничего не перелить. Ага, зелень хорошо. Отдельно. Так, это сюда, да? Мухи отдельно, да. Ну все, Сашечка. Ага. Вся надежда на тебя. Постараюсь ее оправдать. Это я поехал в лабораторию. Лабораторию. Все. Ну, счастливо. Давай, пока, счастливо. Результаты будут через 3 дня. Не пропустите, а то так и не узнаете, чем именно отравились. Друзі, обов'язково дивіться продовження цієї історії в понеділок вже. Ну, а як калічать дівчат у салонні краси і навіщо наносять на обличчя розчинник для гуми? Про це вже в понеділок в аферістах сітях. Друзі, дякуємо, що подивились. Сонячних вихідних, чистого повітря, ну і тільки корисних суниць. Пока, побачимось вже в понеділок. Але замість Волкової буде, звичайно, Андрій Шабан. Радієш, так? Да?